Всем привет! Сегодня я покажу несколько старых, наверное, еще тех времен хитростей очень умных мастеров. Эти приспособы до сих пор актуальны, и кто-то ими пользуется, кто-то даже и не знает, что они есть. Так что я предлагаю вам посмотреть, оценить и, может быть, даже воспользоваться. Погнали! Для второй хитрости понадобится убитый бур. Я думаю, что если кто работает, то у каждого есть убитый бур. Согласитесь, очень часто бывает нужно что-то где-то подковырнуть. Даже можно воспользоваться как шилом. Вещь полезная, простая и затрат ноль. Для третьей самоделочки хитрости мастеров нам понадобятся две монетки номиналом 2 рубля в данный момент. Можно использовать 5-рублевые. Я буду использовать 2-рублевые. Thank you.
Следующая самоделочка будет из трубы, ПП-трубы, ПВХ-трубы, кто как называет, кто как угодно. На самом деле из этих труб уже сделано столько самоделок в Ютубе, но голова человека не дает ему покоя, он придумывает все новые и новые какие-то идеи. Так вот, еще одна идея, не скажу, что я ее придумал, я ее где-то увидел, хочу вам показать. Думаю, кому-то она обязательно пригодится. Не изобрел, конечно, ничего нового, но кому-то помог, кому-то подсказал, кто-то вспомнил. Если понравилось видео, подписывайся на канал, жми колокольчик. До скорой самоделки!